родина Сибири необъятно велика. Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Так, еще один сюжет, уже пятый или шестой фильм. Еще раз говорю, привезли чурбаки дрова. А колоть мне было лень. Три раза махнул топором, сказал себе, лучше я фильм буду снимать. Тут у меня больше толк. Вот, и тогда я снял два фильма вот здесь, на берегу Енисея. Возвращаюсь, и сразу воспоминания. Вот, шикарный сад был выращен. Хозяин его, я его вообще не вижу теперь. И такое ощущение, что здесь никто и не живет. Вот, но здесь... Он посадил сад из моих яблонь. Вот. Больше этого сада нет. Он любитель резать. Я потом ругал его. Ничего не помню. И как зовут? Помню, что они русские. Все. Вот. Туинец или Хакас. Вот. Все, что я о нем помню. Но сада нет. Вот. Нет, что-то там... А ну-ка. Что-то там... На дальнем плане осталось что-то. А вон. Что-то осталось. И не собрано. Значит, действительно хозяина нет. Заброшенный, не заброшенный. Но дом-то стоит. А вот здесь жил Володя. Я не помню его фамилию. Золотые руки, краснодеревщик. И у него был прекрасный сад. Два десятка яблонь. Два десятка сейчас. Ну вот я вижу яблоньку. Но это, видимо, из молодых. Все. Больше яблонь нет. Здесь такое было изобилие яблонь. Скупщики, приезжая ко мне, я первым делом говорю, вот идите к Володе. У него этих яблонь как немеренных. Что интересно... У него было несколько сортов, таких же, как у меня, хотя он не у меня добывал. Но он их тоже калечил, он тоже делал им штамбы, он их обрезал. И когда пришла беда, та самая, как ее назвать, эпидемия. Причем, заметьте, эпидемия, не просто рак. Рак, это черный рак, там, как угодно, огневица, красный рак, как угодно называть. Это грибы, которые едят только... Мертвая древесина – это последствия дурости этой садоводческой. А что называется бактериологическая болезнь – это другое. Вот. Но она тоже не любит, когда деревья режут. Только отрежь ветку – и пошло. Бактерии тут как тут. Это есть. И вот он, сад его уничтожен полностью. Вот. Неудобно через забор показывать. Здесь его наследники живут, а сада нет. Видели? Сада нет. А ведь был. Да какой сад? Скупщики, это самое. У него брали от сада 200 ведер скупали. Вот. А вот еще один. Сейчас тут тоже хозяева уехали в город Муром. И у меня есть коллекция. Как не надо ухаживать за деревьями. И вот я из этого сада сейчас покажу. Из этого сада 10-15 самых ярких позволений хозяина. Ему было уже все равно, он продавал участок. С позволения хозяина я сделал не меньше 15 снимков, как он эти деревья уничтожал. Ой, как он их уничтожал. Здесь росло такие деревья, особенно вон там. У нас общий забор с ним. И сейчас новые хозяева пользуются тем, что часть веток моих, сливы, яблони, груши, перелазят на его территорию, перелезли, и падают прямо на него. Поэтому на меня никто не обижается, не говорит, почему вы не выдерживаете санитарные или там какие-то нормы, что деревья не ближе 2 или 3 метров от забора садить. А мои деревья, вон они. Вот они, видите? Это мои. Вам кажется, соседские? Нет, мои. Это все мое. И они так интересно расположены,
что соседи полностью себя обеспечивают сливами, яблонями, грушами, абрикосами. Смотрите, я ничего не преувеличил, нет? Ох, не вижу, роста не хватает. Поняли, да, как я их каждый год угощаю. Вот. Но мои яблони целы. Почему? Никаких обрезок на кольцо, никаких штамбов искусственных. Вот как растут деревья. Вон они. Видели? Вон абрикос перед вами. Прямо это на холме расположен. Вот. Ветки с самого низу растут как угодно. Морозобоин полно. Но я на них не обращаю внимания десятками лет. Вот так вот. Вот это вот, например, сейчас прямо даже заходить не буду, это надо заходить, видите? Вот это чернослив, это чудо, а не слива. А вон она висит, смотри, смотри, смотри. Сегодня болтун сейчас. Где-то она тут, вот это. Но не болтун. И вот когда вот эти вот появляются трещины, это естественные трещины, как змея шкуру скидывает, вот, когда не вмещается. А здесь другое. Лопается кора, так, и все. Лопнувшая часть зарастает за лето. Вот. А сколько у нас глупостей, когда нужно взять это все содрать и замазывать, закрашивать. Слушайте, а почему я не крашу? Вот, видите, торцы. Торцы эти отрезаны не потому, что сухое. Нет. Торцы отрезаны, чтобы у меня веточки давали. На прививку. Веточки давали. Вот. Итак, смотрим еще раз. Видите, ниже кора. Казалось бы, все смертельно. Это надо лечить немедленно. Ничего не надо. Ничего не надо. Не подходить дереву, это максимальный срок жизни. Начинаете лечить. Я сейчас еще раз, я люблю поговорить, уж извините. Так, где у меня ключ от этой самой? Не могу же одновременно быть на двух усадьбах. Вот эту я прикупил. Шикарный дом с опилок и рубероида, так. Украсил его, вон он мой сад. Украсил его садом. И сейчас я... Наверное, даже не туда заходить не буду, и сюда заходить. Знаете, про Буриданова осла? Библейская притча. Умер от голода, не мог. Долго выбирал, какая из двух кормушек лучше. Вкуснее овес. И пока выбирал, несколько дней не мог выбрать и умер от голода. Вот. А я, как Буриданов, тоже этот самый... Ой, ослом себя называть. В общем... Растерялся, куда мне идти, туда или сюда. Тогда я решил остаться на половине и еще сказать. Два раза за свою жизнь я применял этот прием, который я услышал. Не прием, а присказку. Значит, лежат в постели, никакой эротики, просто лежат в постели и разговаривают любовник с замужней женщиной. Женщина говорит... Мужа приговорили врачи, сказали, жить ему осталось года 2-3. Так, ну, тот хотел его даже утешить, любовник, ну, понимаете, все-таки горе у женщины, муж умирает, 2-3 года всего жить. А она усмехнулась и говорит, сейчас он едет лечиться в Германию, вот, лечить будут лучшие немецкие врачи. Ага, значит, больше полугода он не протянет. Ну и дальше по тексту. Поняли, да? Вот, так вот, если вы хотите, чтобы у вас деревья жили вечно, ну, почти вечно, не лечите их и не верьте тем, кто учит этому. Перед вами абрикос. Персик, вот он. Персик. Он доживает свой век. В 2016 году это была сенсация. Большой-большой урожай, телевидение. Сам Кундасев приезжал с съемочной группой. А вот это вот персик, а вот это вот
абрикос. Вот, и я хотел сказать, что есть люди, которых я очень уважаю, тем не менее, с ними не согласен. Вот это жирующие волчки, видите? Якобы жирующие. Они всегда появляются, когда мы делаем обрезку, но не убили дерево, нет. Его можно было убить, посмотрите. А это величайшей морозостойкости манжурский абрикос. Но тем не менее, у него, хотя его никто не обрезал, вот, а он пытается бороться за жизнь, хотя здесь бывает редко даже 40. Вот. И покрывается вот этой самой смолой специальной. В народе она называется живица, по-научному называется каметь. Вот. И самые умные специалисты, на это беру слово в кавычках, умные специалисты, вы поверите, чем? Ладно, ножом, стамесками вырубают это все. Вот. Я глупее ничего в жизни не встречал. И в таких случаях я и говорю, больше полугода это к ним. Хотите вы метрить дерево, берите стамески. А так они живут себе, никто с ними не борется, никто им не мешает. Вот, а это другое. Тут приказано вот эти волчки уничтожать. Почему? Якобы, а никто не знает, что это не из почки, а это из клеток, клеточный материал. А об этом клеточном материале разговор особый, я не раз говорил. А меня же недавно крутейший в России специалист опять говорил, правда, он говорил про яблони, вот, что появляется, когда вот такие волчки уничтожать, они жируют, они это, не плодоносят. Вот. А, видимо, уже проверить это, они все плодоносят, посмотрите. Они обычно, вот этот абрикос, они обычно на третий год плодоносят, видите? Вот. Или, ну, в общем, на следующий год они зацветут. Вот, смотрите, вы же мне верите или нет? Вот, то есть год исполнился, 2 года исполнилось, все. Теперь остается им еще год, и они заплодоносят и вполне заменят порушенную крону. Почему здесь они были отпилены? А вон, видите, электрические провода нас заставляют это делать. Если мы их не спилим, за нас пилят эти... С бензопилой приедут, жики нету. Лучше мы сами укоротили, так что теперь к нам придираться не будут, и вот этим вот электролиниям мы не мешаем. Но дерево себя восстанавливает, видите? Восстанавливает. Мы с вами пару тем осмотрели, осветлили, вот, и... Наверное, ну, еще немножко, все-таки, ну, все, неохота дрова колоть, ну, неохота, нашел выход. Смотрите, волчья вишня, почему она в таком несчастном виде? Ее каждый год глодают козы, глодают, а она один год, я обратил внимание, у меня есть фотография, потому что дети, мальчишки, с нее брали эти плоды. Это волосся вишня, скорее всего, моя. Потому что, или кто-то плюнул, не обязательно выплюнул косточку. Но косточка попала сюда. Растет, не поверите. Здесь чистое, огромное количество это кирпичей обитых. Прямо в битых кирпичах она растет. Это говорит о ее прекрасном, как бы сказать-то, выносливости. То, что деревья полумертвые, это спасибо козам. Вот, потому что еще пару лет назад дети с удовольствием обдирали с нее эти. Вот. Деревня в плане садоводства обнищала капитально. У меня есть фотография, как дети едят отсюда. У меня есть фотография, вон за той моей машиной. Вон, видите, это, слива, сразу за машиной. Она под угрозом свешивается на улицу, и ее просто-напросто эти самые... Это простенько... Китайская слива, вкусная, непривитая. Вот. И с удовольствием дети, проходя мимо, останавливаются, едят. У меня фотографии, доказательства. А вон штамбовая вишня, вот там, где желтеется, видите? Вот, смотрите, как на дорогу свесилась. И тоже все едят. И тоже все едят, представляете? Вот.
Так уж получается. Ну, еще зайти сюда. Осталось несколько минут. Вот. Почему я это показываю? Ну, один на сотню. Да я только время потерял. Да действительно, что я сказал интересного? Вот. Ну, я сказал, что комете, да еще этими самыми стамесками, это преступление. Сказал, сказал. Кстати, что здесь интересно. Приготовил к зиме. Собрался укрывать. Заехала машина. Посмотрите, как она проехала. Видите? Видно следы машины? Видно. Это она проехала прямо по моим этим. Зацепила персик, который был укрыт на зиму. Сломала. Ну, а как же? Не все же не досмотришь. Разгрузила. И вот теперь я сейчас заканчиваю съемку. Это шестая примерно. Шестой фильм. А вот моя работа. Все, что я за день... Все, что я за день наколол. Но зато я снял серию фильмов, в том числе про здоровье, про геопатогенные зоны. Это все пригодится. Вот. Ну что. Благодарю за внимание. Вот. Благодарю за внимание. Показать на последних минутах. Так. Сейчас с этим надо будет что-то делать. Вот. Ну, это сейчас, когда я отключусь. Здесь уже можно что-то будет убирать. Дерево уже привыкло. Дерево привыкло к такой позе. Вот к такой позе. И теперь наоборот. Теперь надо снизу подкладывать. Вот, видите? Нет, еще пока плохо пригнулось. Тогда ничего, тогда мы опять его придавим. Вот, и тут придавим, и тут придавим. Ну, в общем, вы поняли, это подготовка к зиме. Потом останется накрыть нетканым материалом, а сверху засыпать снегом. А под низ и горсть отравленного зерна. Все, благодарю за внимание. Начинаются суровые будни. Все-таки топор придется в руки брать. Вот, и никто не пожалеет. Нанимать нету денег лишних. Ну, считается, что это полезно. Все, пока, друзья.